Ну что ж, всем привет, с вами я, The Bayvitter, мы сейчас играем Void Train. Void Train, почему ты самый сначала? Ладно, поехали. Ага, чё мы здесь остановились? Кстати, непонятно. Что он немножко будто приза ловит. Окей. Алло, блин. Ой, Трен, что с тобой не так? Так, что нам нужно? Нам нужно сейчас дерево, походу, немножко добить. Ну и двигаться дальше. Будем двигаться дальше на нашем паровом двигателе. Продолжить приключения. Нет, сменить направление не нужно. Давай двигаться. Медленно, да? У нас, у нас есть немножко воды, льда, можно немножко двинуться. Ни хера себе он хавает, конечно. У нас же есть вот это топливо. Forsage, давай Forsage. Конечно, долго мы не проедем так. Oh my god, oh my god. Что-то я погорячился, слушай. Обезвредить. Как обезвредить? Ладно. Вроде пролетело. О май гад. Твою мать. А у нас нету, да? Классно. Классно, у нас нету слитков. Круто. Что-то я слишком быстро разогнался. Хотя знал, что впереди. Да блин. Хотя знал, что впереди у нас там мины все-таки. Ну что поделаешь, с кем не бывает. Нашел, что себе делать. Что себе делать. Да. Ой, твою мать. А ну. Ну, откроем. Книжечку открыть. Ставим сразу. Потом уже рез добавим. Хорошо. Вот дерево. Быстренько по дереву. Еще. Хорошо. Да, у нас же крюк есть, почему я им не пользуюсь? Алло, что случилось? А, ну вот, глыба льда. Ой, угля. Думаю, что он не берет его. Так, отлично. Пошли добавлять резы. Здесь еще нужно было построить. Так, постройка произошла. Теперь молоточек. Так, выйти. Молоточек, ну давай. А, добавить просто тю. Ну да, и у нас уже нету. Что там еще по металлу? Металлище делайся. Ну да, у нас нету. Чем разогреть? Может, дробитель кинуть, да? Так, а что нам? Что нам, где нам искать? Это что? А, цинк, окей. Я уже и забыл, что такое цинк.
Забираем все. Вот здесь еще жрец. Органика. Органика, хорошо. Да ё-моё, что меня так кидает? А это херня взрывается, понял. Непривычно, непривычно. Хотя должен был уже привыкнуть. Так, добавить. Все. Весь мосточек у нас готов. Добавляем. И сюда. А сюда нету. Ничего добавить. Так, кусок угля. 3 штучки. Кидаем сюда. 2 штучки. Нормально должно быть. Как раз хватит должно быть. Так, на 50% готово. Отлично. А, и давайте сюда угля закинем тоже. В принципе. А, у нас есть там уголь. Нам нужен лед. Того, чтобы двигаться вперед. Так, нету там никакой угрозы для нашего поезда. Чтобы его не ремонтировать по 100-му кругу. Не знаю, какие-то есть фрицы, но, блин. Я недавно драйвера менял. И, по-моему, из-за драйверов такая херня началась. Непонятная. Походу, не стоило их обновлять. Что-то в всех играх начало, блин, появляться какие-то непонятные херота вообще. Да, отдай. Так, там металла много, и не только. Так, где у нас там? Хорош, слиточки. Рюш. Так, на фул. Заебок. Так, здесь у нас тоже все заебок. Давай. Древесина еще немножко. Вот здесь что есть у нас. Цинк даже. Хорош. Так, давай посмотрим стол исследователя. Где это у нас? Медные. Латунная трубка. Латунная проволока. Верстак второй. Меди нужно. Или у нас есть меди немножко? Немножко есть одна. Ну, давай делайся. Так, там впереди все норм. Вроде да. Так, отлично. Давай теперь меди сделаем. Еще немного. 5 штучек должно хватить. Так, здесь у нас что? Количество 1. Ну, пускай делается, не помешает. Так, дробитель что-то можно закинуть. Ничего. Так, медный. И сюда докидываем. Вот эту еще штуку. Блин, а как эта латунная херня делается? С чего? Ага, слитка меди и цинка. Окей. Так, еще медный слиток есть. Так, теперь латунная проволока нужна. Ага. И трубка. Давай трубку еще забабахаем. Еще 2 трубочки нужно. Окей.
дотянется? Блин, не дотягивается. Ладно. Давай собирать. Все-таки уголь намного, намного лучше будет. Я думаю, мы арену пропустим. Она нам как бы не особо и нужна. Я так думаю. У нас опять же жизни нету ни хера. А ну. Морганенько сытости добавит. Давай сразу использовать. Сколько? 4 штуки использую. А ну не использую столько, да, сразу. Разделить только может. Так, плавильня, древесный уголь можно сделать, компоненты. Нам медь нужно. Все равно, по идее, нужно медь. Так, 2 медных трубки. Теперь мы делаем латунную проволоку сейчас. Эти слитки сделать. 4 штуки нужно. Так, у нас места нету. Чего страшного, сейчас освободим. Так, кожу тоже скинем, наверное. Свою кожу скинем. Так, забираем латунный слиток. Сколько мы можем еще их сделать? Один только. Ну да, нам цинк нужен. Нам позарез нужен цинк. Блин, и там засады сразу. После арены, да? Я так понимаю. Похоже, но наверное, не точно. Похоже, но не точно. Так, нам бы цинка взять где-то. Дайте нам цинка. Где грёбаный цинк? Вот он. Настоящий цинк. Еще где? Это только 2 у нас получается латунок. Вот он впереди. Кусок угля этого необработанного. Вот так, медь, спасибо. Есть, of course, 2 штучки делать. Где? 2 штучки, ага, не с чего делать его. Кусок угля, нам нужен кусок угля. Давай. Так, выба угля. Дробитель. Давай, ебаш. Делай дело. Так, что там еще? О, подожди, это цинк, по-моему. Блин. Давай, седой. Я тебя заберу все равно. Ты мой. Цинк, ты мой. Где эта шляпа? Ты ее давно не видел. Мешающая жить. Что-то она, по-моему, опять пассивной стала. Меньше внимания на нее обращаешь, она сразу пассивной встает. Так реально. Ну а где она? Чисто тогда появилась и все. Ее больше нету. Тю, очень странно. Так, забираем. Делаем. Нам сколько? 3 штуки нам нужно, да? Да, 3 штучки нам нужно. Ага, я брикетики не забрал, да? А, у меня места нету, понятненько. Так у меня там еще цинк лежит, кстати. Прикидываем и... Что мы откинем? Что мы откинем? Давай сюда.
А, точно, блин. А я думаю, почему я его не взял? Я же вроде брал, а все равно не взял. Так, три штуки кидаем. Делаем латун. Латун. Пошла. Одна минута. Будет делаться одну минуту. Так, нам нужно сейчас стерилизатор. У нас есть, да? Так, стерилизатор есть. Нужно еще вот эту херню, да? Расходники, бинт. А, с кожи, ладно. Тогда делаем сразу. Химикаты нам не нужны для этого дела. Химикаты пока что не нужны для этого дела. А, вот и... Привет. Вот и привет. А ну. Бинтик. Нон. Yes. Хочу использовать. А, во. Вот, сейчас срабатывает это. Я не знаю, тогда не срабатывало такие херни. Броник могу? Блин, железного слитка нету. Печально, печально. Так, давай. Подожди, остановись пока что. Да, я сейчас броник сделаю. По-быстрому. Бронидзе. Да, где оно там? Ага, давай. У нас мета нету, да? А нет, что есть? Что-то еще есть. Так, бронепластину вставляем. Еще хпшечки используем. А, замечательно. Так, активировать ускорение, смотреть и ледика докинем на всю сюда. Рикеты с топливом есть. Отлично. Поехали на медленно. Потом Force Age используем. Так, взять. Стол исследователя и исследование раз пошло. На, только одно. А что ты уже стреляешь, а? Что ты пока? Да подождите, дайте исследование хоть сделаем. Постреляться успеем, ребят. Привет. Hello, мазафака. Где еще? Попал немножко. Немножко попал. Так, перезарядочка. Ну что ты, выходи тогда. Не понял, что ты не стреляешь? Заклинило, блин. Бьёшь, не бейся. Ну, выходи, выходите. Так, да ты шо, блин. Ой, какие они стеснительные, прям стесняются вообще, прям. Нет, мы не выйдем, не хотим. Не хочем. Нет, не надо. Не бейте нас. Куда-то упало оно. Ну, можно взять, кстати. Взять модуль револьвера. Что это за модуль? Борзота какая-то. О, как удобненько. И вот на форсейдже сейчас поедем. Прям по минам, по всем там. Ну, короче, вы понимаете, да? Я просто уверен, что там сейчас мины будут. Так, латунка и... Окей. Короче, опять нужно все. Все исследовать. Смотрим, что там у нас впереди. О,
Ладно, давай тогда не быстро, а медленно. Чтобы мы, короче, этот исследование все закрыли. Хотя здесь... А, ладно, поехали. Ладно, поехали. Здесь недалеко, кстати. Уже все-таки в депо приедем, там уже посмотрим. Кстати, себе хп немножко таки сохранил. Нормально. Ну, опять какие-то, блин. Понятно, что происходит. Говно, драйвера, походу. Прорыв сейчас нету. Ой, ладно. Что уж поделаешь. Давай посмотрим, что здесь за руфли мы есть. Размещайся, мой мелкий друг. Ну, активируйся. Ну, какой-то прикольный. Снижает затраты топлива во всех кухнях. Дает шанс создать бонусные блюда приготовки. Ну, знаешь, такое. Такое. Так, патроны есть. Давай посмотрим, что у нас есть по выплавке. Что мы можем? Нам болты нужны для начала. Можем мы сделать себе обычные слитки, две штуки. В принципе, два болта нужно, да, там было. Чтобы закрыть это исследование. Два болта, ага. Здесь мы сколько сможем создать? Нисколько, потому что еще железо нужно. Металлолом. Латун их как раз хватит, да? Там две нужно. Ну да. Так, окей, юшки. Два болта есть. Пошло дело. Дерево нужно еще два. Да, это и следующее, потом еще нужно поставить. Открываю чертеж, крепкие болты. Чувствую, у нас скоро будет каркас для нашего поезда. Нам железа не хватает, походу. Сколько, кстати, железа нужно? На один. Окей. Я думал больше. Может, где-то найдем. Может, кстати, где-то и найдем. Вот, и смотри. Что мы там выплавить можем? Что мы сможем выплавить? А, одно выпало. Чего, я что-то подумал, два. Два металлолома, я думал, выпало. Тю. Одно есть еще, нужно два. Так, еще. Еще один. Там у нас патрончики. Блин, дайте еще один металлолом. Кажется, их бессмысленно всех расстреливать, если только модули, наверное, ради модулей, возможно. Но там модули говно падают. Так, здесь что, все завалено? Депошка как-то поменялась больше. Так, вот есть у нас уже. Есть у нас уже на два слитка. Жетона у меня нету, предсказания. Спасибо.
Братанчик, спасибо. Что за пророчество? Минное заграждение. Шанс спал на мин плюс 16%. Чего, блядь? Нахуя мне мины ваши? Подожди, с них железо падает, не? Я не помню, если честно. В войде больше металла, x1. Шанс спал на мин 16%. Вы чё, ёбнул? Кто-то головой ёбнулся, ё-моё. Ладно, пускай будет. Блин, не хватит, наверное, дерева. Так, все есть, кроме еще одну. Ну ладно, нам одно железное нужно. Угу. Ну, хоть хватит. 15 секунд, 14. 13 секунд. Бля, такое ощущение, будто не хватит. А, не, хватило. Круто. Круто. Поехало исследование. Второго верстака. Такс. Б. Да на Б книжечка, ё-моё. Производство. Верстак. О, вот второй. Блин, по 4 нужно здесь. Это жестко. Это жестко. Вообще круто. Так. Выдвигаемся. Уф. Уф, как мы выехали. А вот эту можно использовать? Прикольно. Так, номер 14 у нас. Новый путь. Номер 14. Новый путь номер 14. Прикольно. Хорошо. И все, да? На последний раз появилось. Ну и нормально. И хватит. И хватит. Нам бы цинка еще. Подожди, это же исследование номер 14, правильно? А продолжить приключение, такое ощущение, будто мне нужно сейчас прокачаться на макс. И вообще без сюжета тупо. Это очень странно. Зачем? Нафига так делать? Чисто фарм начинается. Поэтому мне и поднадоело как-то. Это чисто фарм. Я думал, здесь сюжетика будет. Я сейчас чисто фармить исследование. Гадость, блядь. Съебало, нахуй. Так, у нас здесь закончилось, да, все. Все закончилось. Ладно, дерево пока придержим. Пускай будет. Шоу исследования. Боекомплект. Первый. Винтовочные патроны, дробь, патроны охотник, особые патроны. Расширение котла 1. Плюс 50 максимальной вместимости пара. Ну, пара. Испарение. А что это такое? Дерево какое-то.
Это второй верстак, походу, нужен. Я так понимаю. Бля, а вот сейчас и чисто собирать рельсы на верстак, блин. Охуеть можно. По-моему, там что-то происходит. Опять засада, да вы что, издеваетесь? И ресов здесь нихера нету. И тупо ресов нету. Охренеть. Шикарно. Шикарно, сэр. Дарума. Ребята, здорово. Первый ушел. Второй ушел. Ты прятался вообще-то. Так, подождите. Там, блин, заклинило опять. Так, отличненько. Вот это ты спрятался, конечно. Да, ребята, вы очень молодцы. Вообще такие прям. Отлично. Ибо мне впадло просто его убирать. Спасибо за патроны. Сколько б их не было. Модуль оружия какой-то интересный. Револьвер, что-то еще. Так, ну чё ты остановился? Двигайся давай. Топлива нету. Можно жирки, конечно, кинуть, разогнаться. Но мне кажется, там впереди, походу, мины будут какие-то. Ну ладно, насколько сможет. Пускай разгоняется. Ты смотри какой. Ты что, самый умный? Как ты отвлекался, блин? Он тоже юзает, походу, эти... Бинты. Блять. Ну так и знал, так и знал. Сука, как и знал. А, ты смотри, если их разминировать, металлолом дается. Не со всех, походу. Почему ты на мины не попадаешь? Говна кусок. Придется разминировать тогда. Уж тут поделаешь. Да иди ты в жопу, блин. Хрень, сука. Давай, сука,
задолбало клинить нахер. Ну? А, я эту уже разминировал. Блин, по-моему, их было быстрее. Охренеть, блядь. Тварь ебучая. Где мои вещи, блядь? Говна кусок, блядь. Шо, ищем эту мразь? Где эта мразь? Нет места? Взять. А, понял. Нужно сначала взять. Ну и где ты? Уэбище. Такая смелая была. Все. Остановилось свое время. Красавица, блядь. Вообще где-то как застрянет мина, блин, вообще будет прикольно. Так, по медлячку давай. По медлячку. Мы успели разминировать. Не думал, конечно, таким буду заниматься. Но как бы металл дают уже хорошо. Так, вроде все. Вроде все. Сколько у нас в итоге металла? 14. Ну, нам должно хватить, в принципе. Так, давай кожу скинем. У нас десятка здесь. Эту тоже пока что. Так, медный слиток забираем, делаем. Железных слитков штуки 4. Пока что. Что это было? Что это было, блин? Такое ощущение, будто что-то взорвалось. Так, конечно же, цинк берем. Железных слитков и здесь. А, здесь топлива нету. Понятно, дерево нужно. У нас здесь дерево. Так, в смысле? А, там не дерево нужно. Да ё-моё, там же посильнее нужно. Ну и где мне его взять? Где мне взять уголь? Он редко попадается все-таки. Что довольно печально. Еще цинк. Ой, блядь. Ой, блядь.
Дайте угля, пожалуйста. Кстати, можно этот сделать с дерева. Вроде бы. Вроде бы на верстаке. Можно сделать, да? Подожди, не эти. А где его? Блин, где я его видел? Ну не в плавильне точно. Для рожика, по-моему, было. Да ё-моё. А, компоненты вот. А, ну все равно древесный уголь там на один идет. Здесь как минимум два нужно, да? Хотя здесь два. Древесный уголь. Или древесный уголь на два нужно, типа. Так, что еще выпало? Ребята, дайте угля, еб твою мать. Так трудно. О, наконец-то. Наконец-то уголечек. Теперь точно глыбы лучше не пропускать. Это химикат. Ладно, ладно. Да, блин, опять места нет. Это твою мать. Нам еще там нужно... Нужно еще два, походу, не? Да, и меди потом 4 тоже. Капец. Как всего нужно много. Поврежден двигатель. Да не так уж и сильно он поврежден. Мне так кажется. Ладно. Нормально. 90% это хороший результат. Ну хоть здесь дерево нужно. Без всяких выебонов. Так, где еще глыба? Дайте еще глыбу. Угля. Только металл, цинк, металл. Мне нужен уголь, дайте еще угля. Что он прям пиздец редко попадается. Так, все есть, теперь делаем латунные слитки.
Что там еще? А, мы же делаем расширение котла. Не, нам верстак нужен. Нам нужен верстак для начала. Потом уже посмотрим. Так, второй верстак. Болт. А где болты делают? Я их, походу, посеял. Ё-моё. Болты где-то потерялись. Ну, ёканый бабай. Достал. Так, где? Ё-моё, я же не смогу скрафтить. О, по-моему. А, не, это не оно. Не, это не оно. Глыба. Где же вы, боже, блин? Так, нечестно, неправильно. Так, сколько мне? 3 штучки нужно, да. О, вот и есть. А наконец-то. Оно решило попасться нам. Так, создать. Можем, в принципе, двинуть побыстрее. Сейчас по пути не попадется какая-то срань. Да, вроде ничего такого. Ну, пока ничего такого нет, а там прямо жесткого. Так, создать. Ой, точнее, добавить. Добавляем уголечек. Как-то он странно звучит, конечно. Ну ладно. Ну ладно. О, опять арена. Да, и у нас патронов нету опять. Странно как-то. Постоянно, когда попадается арена, у нас тупо заканчиваются патроны. Не, ну их можно скрафтить, но мне что-то падло на них резко тратить. У нас, в принципе, на пистолете бесконечный, но тоже. Кстати, да, почему бы не посмотреть, что можно добавить сюда. Есть другая рама. Пускай будет. 52, да? Смотри, плюсы одни идут. Чё, нормально? А, УВС 107,8. А здесь всего лишь 88,9. Что
Это вообще непонятно нихера, слушай. Здесь если так... А, минусы. Получается минусы, хотя... А, ладно. Опять какой-то поезд. Точнее, вагоны. Раздолбанные. Да и угадаю, там ни хера нету просто. Смысл нам от него, я вообще не понимаю. Так, что у нас там? Четыре этих болты. Болты нужны. Так, еще же обязательно боекомплект нужно изучить. Да это настолько важно, что капец просто. Прям так важно, блин, эти болты. Ой, болты, говорю, боекомплект. Ой. Окей, верстачок, поехал. Он правильно? Блять. Эрочкой, да? Так, вот правильной стороной. Верстачок второго уровня. А, это латунная трубка, блять. Крепкие болты. Ну да, конечно. Здесь трубка нужна медная и один этот. Еб твою мать. Как же вы меня заебали. Сколько их нужно? Штуки три, классно. Теперь меди нужна куча. Целая туча куча. Куча-туча меди. Ебнуться можно. Пробьем двигателя, сделать побольше. Так, сменить. А мне не на что сменять. Создавайся. Трубочка латунная. Короче, куча всего. Целая гора, блин. Охренеть. Хоть сюда не нужно, это рожек. То уже радует. Ну, этот верстак побольше будет. Так, сколько там трубок нужно было? Три штуки, еще две. Две. Так, делаем. Я аж целый слиток трачу на одну грёбаную трубку. Ну это жесть. А еще это латунь не нужна. Две штуки. Круто. Мы уже, походу, подъезжаем, да? Ну да, что-то мы подъезжаем, но... Не к такому же самому, как обычно. А может, такой же самый, просто издалека так видно. Ну ладно. Рожика, да? Топлива нет. Конечно, где ему взяться? Где ему взяться, если мне не попадается уголь? Было бы побольше угля. Было бы здорово.
Так, создаем две злоебучих трубки этих латунных. Да, подъезжаем. Ну, конечно. Ну, конечно, мы уже подъезжаем, как иначе. О, уголечек. Спасибо. Блин, три шестерни и три вот этих обычных. Ой, пиздец, стальной слиток, нужно железо. Железо у нас есть? Да нихера у нас нету. Почему у нас его нету? Потому что я не насобирал. Вот так вот. Вон там еще железо есть. Ну ладно, проезжаем тогда. Потом уже посмотрим. Двигаться дальше. Я так понял, это двигаться дальше, скорее всего, по исследованиям, но не по сюжету, не по самой дороге, типа, железной дороге. Чисто нужно исследование, короче, сейчас фармить. Никакого сюжета в помине не будет, а будет чисто дикий фарм. Будто даже темнее, чем обычно. А нет, вроде какой-то сюжет есть. Тьма, опять какая-то тьма. Ты смотри, сюжета решили докинуть. Спустя, блин, некоторое время. Это реально во времени целых полтора часа, наверное. Если не больше. Два, наверное. Примерно. Ну да, это какой-то необычный. Ну, зато часовой ролик по Void Train. Ты шо, это ж вообще просто. Так, окейшки. Все такое заброшенное. Идеальное место для того, чтобы спрятаться или что-то спрятать. Ну да. Идеальное место. Так, открыть дверь. Сейчас откроем. Прям двери какие-то необычные. Это типа предсказание что-то. Уф! Ты как? Похоже на защитные руны на двери. Хитрый магический механизм. Кстати, одна из рун погасла. Ну чё, придется еще три искать, правильно? Ну не знаю, что за любитель прикладного творчества тут жил, но вкус на статуэтки у него так себе. Халтура, а не произведение искусства. Почти как то, что рисует Рафлимо. Найти способ открыть дверь. Прямо здесь, на станции.
Или вообще? Непонятно. Ну, не знаю, пока что нету никаких этих значков. Либо я не вижу. По-моему, мне здесь нужно чисто. Чисто походу на следующих станциях или что? Ну, походу, да. Походу на следующей станции. Вижу, больше ничего нет, правильно? Ну, да, здесь больше ничего нету. Ну, короче, либо здесь руны нужно найти. А, вот они. Да. Ладно. В принципе, не так трудно, как и я думал. Где еще одна? Не хочу нагнетать обстановку, но внутри вряд ли ждет что-то хорошее. Тот, кто поставил защитные руны на двери, явно что-то скрывает внутри. Согласен. Ну, что поделать? Насос! В смысле, что тут вообще происходило? Новые данные в дневнике. Тьма. Взять документы, две штуки. Погоди, погоди. Так это, видимо, ученый. Он тут все это время прятался? Ну, походу, да. Снять брезент. Откуда? А-а-а. И снимаем. Что-то мне эти рисунки напоминают. Я слышал от одного старца легенду. Она гласит, что был бог, который питал свои силы из вечного водопада. Вода делала из него могущественнейшего из богов, но за это была назначена своя цена. Тот водопад был полон тьмы, которая окутывала любого, кто прикасался к воде. Мудрая Вельва предрекла разрушение водопада, потому что всему есть конец. И да было так, и поток иссяк, ведь провидицы никогда не ошибаются. Но бог не был глуп, поэтому спрятал несколько склянок где-то в войде. И множество храбрых отправлялось на поиски этих сосудов, чтобы овладеть этой силой. Хм. Вот только никому из смертных это не удавалось, насколько я помню. И доподлинно неизвестно, что будет с тем, кто рискнет испить воды из этих склянок. Выходит, ученый собрался найти эти сосуды. Или уже нашел? Так, смотрите, алтарь. Смотрим. Не знаю, чего он пытался добиться этим обрядом. Стой, ничего не трогай. Ты уже вроде тронул, не? Ничего не трогать. Класс. Что это такое? Уже не срабатывает. Все. Ну конечно, конечно. Зачем меня вообще слушать? Я же просто странный голос в твоей голове. Бежим отсюда!
Бля, так не видно ни хера. Покинуть депо. До неминуемой смерти критическая перезагрузка. Вы что, серьезно? Охренеть. Ёбаный. Что происходит? Да этот псих еще и все тут заминировал. Ебать. Это было жестко. По-моему, эта миссия называется и как и еще одна была, то есть. Ну да, как еще одна была. Помнишь, я говорил, что дела очень плохи. А? Или не говорил, неважно, забудь. Так вот, тогда еще было ничего. А сейчас реально очень плохи. Ну и что, мы не можем двигаться или что? Что это такое? Ебать, что ты такое? Это что ты, сука, не стреляешь, блядь? Заклинило нахуй, даже я не стрелял. Да, блядь, нахуй, что с тобой не так, сука? Ебучее оружие, блин. Не оружие, а хуета какая-то. Ну пиздец, короче, это... Нас заставляют потом опять все заново крафтить. Вообще все нахуй разъебут. А потом крафтить заново. Спасибо. Ну, ладно, не все, не все. Все равно обидно. Мы будем с этим делать? Подумаем об этом завтра. Если завтра, конечно, когда-нибудь наступит. Ну да. Ну ладно, что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.